Так, а те запы куда? Ну куда? Или монород? Паш роли, паш. С котами, серьезно? Да, Боря. Так, Тенка улетел, Бас Лопаткин перелетел. Взрывает Гуннер Мордоков. Танки, Лопата, Сяка, Фанат. Саня, извиняй, ты вылетаешь из этого пати. Из пати танков? Да. А, так ничего страшного. Меня тотем заставился все-таки собрать кап меткости. Это тотем. Грустный макрос. Давайте шустрее. Изи. Сначала там какого-то фонма дроба. Кто ты? С этого Snort Mythology. Кто? Не знаю, разбудить. Кто вон там это? Зевс. Там тут Зевс. Ну, не, он не говорит о высоком содержании IQ у человека, но мало ли, вдруг просто совпадение. Так, я хочу стекнуться в нормальный спектр. Он будет в нашем стаке? Да, вместо тебя. Нормально. Пока ты не научишься следить за лучами в спину. Я в комбате в тот раз был. Мне почему-то вот уверена более, чем что сегодня это были твои лужи. У меня не было возможности смотреть, потому что я бегала на хуйне с перебанами. Ну вот я почему-то могу поклясться, Коку, что вот эти кривые мили, это было все твое. Чем клянешься? Да, блядь, я просто тебя знаю слишком хорошо. Видела, что ты в прошлый раз творил. Ну, в комнате, я тебе говорю, даю череду, попадаю на луч, пиздец. Тут и дома. Ну да, видно, они сейчас страдали. Шапы, шипы, репорт. А если пойти нормально раскинуть? Нет, Паш, подожди, пожалуйста. Раз. К обои не могу, к сожалению. Любимый аукционатор мешает.
Кстати, а кого в шестую кидывать? Сейчас я пытаюсь ловить момент, когда бой закончится позже. Давай ты просто пойдешь бить мобиков и перекинешь пальцы. Боря, лови. Рыбку ставлю. Кушаем рыбку. Так, по танкам, по напулам, господа. Первый фанатизм, второй сякер. Хорошо. Первый фанатизм, второй сякер, третий бас-лопат. Взрывает у нас Гуннер, взрывает у нас Мурдоку. Тактику у тебя выбирает, появляются три сверки. Выбирает она тебя в таргет, вешает на тебе дебаф. Сейчас я тебе его линкану. Порт Галаран дайте. Вешает на тебе дебаф, магнетизм. Выносишь от рейда. Мы стоим, начинаем бой отсюда. Если на тебя вешается сфера, которая идет вот отсюда, ее взрывают сразу. Если на тебя вешается сфера, которая идет отсюда, ты относишь ее вот сюда, в центр. То есть от рейда в центр, чтобы она шла по прямой. Если на тебя... Могрлок, тыкни шкаф. Если на тебя вешается сфера, которая идет вот отсюда, с дорогального танка, а, может, как он называется, танк. Ты выносишь ее, следи за мной, пожалуйста. Ты выносишь ее вот сюда. И ждешь, пока взорвут. От сфер, которые идут за вами, вы убегаете, пока их не взорвут. Раунд взрыва большой, учитываем это. Все остальное время бьем.
Так, Кунрос умануть. Обнянку мне за сопротой. Тася, я в ДД? Да. Все, у всех остальных есть сопрот. Смотрите, у фильма с 30 тысяч. Ну, народ, не зачем выбегать, а просто выбегай. Пашкин, ты перебивал в ДД ссылки? Финмас. Я сбрасывал. Сейчас сделаю. Я сразу. Блядь, бибка не приходит, но это хуя, блядь, голосование. Так, господа, ну что, все отрелогались? А там? РДДшники, меточка. Welcome, миссис. Дай, наверное, на Гуннера и на Мурдоку закинь. Боря, где ты шастаешь? Поехали. Сами сферы не взрываем. Есть два танка, которые по таймингу делают это за вас. Блять, я не могу, меня Таша как-нибудь выбить. Терки, Мурдок, Мурлок. Дерби Мордоку. Подходим. За Агро следите, Мурлок. Полка. Подзарядка приготовились. Уходим. Аккуратно стараемся все кучнее. В меточку сразу.
Арт-заметку. Бля, почему всяко забрал? Так слетели. Вынесли. Оку. Багался? Сука. Бьем. Так, господа, давайте сюда ближе. Паша, подводи сюда ближе. Вынесли. Оку, Мордоку. Следим за инером, по инерам, по хилам даем. В меня летит. На слопан. Фарада повис. На второй. Фирма Сапрейда, отойти. Вот курас. Да, отойти от рейда. Кокич, по слопату триксами. А все уже забрали. Нормально. Технология. Дайте фулл-ребаф по Мурлоку. Андрюс, не убегай, так далеко. Технология, Мордок. Следующий пару на пулу всякую. Монород, от рейда отойди, дай, пожалуйста, пододай бы. Сильва, отойди и побыдла Лубер. От рейда, главное, отойдите, только недалеко. Быдлола по возможности инер. Сразу фулреба по всем. Мурдоку сяку по сферами. Лёва. Брейд идет с танком. Бай. Было очень опасно. Не знаю, не знаю. Ломанку инер. Даша, сколько до тотема? Вынесли. Или зона кто со сферой? Там танк летит, если влезет.
Боминку по возможности еще и НР. Дим, кидай там, да, спасибо. Заебись. Ну. Плюш. Дайте зубы фанатизма. Тась, ты там нукаешь, а я босса почти забрал. Я видел, кто почти забрал. Я слежу за сферой. Реально фанатизм еще не отъехал. А, и у Минка легла. Ёла. Гуннер захилить. Второй раз легла, надо поверить. Вся возможность, да. Лол поднялся нормально. Поднимать? Адамай. Аж с остальным кинем. Кто-нибудь. Ну да, у меня же так дохуя манны. Да, что там. Захил по умнике фуребаф. Иннер туда, срочно. Адрес вниз. Андреса захиль, ты Андрес далеко не отбегай. Гимнов нету на ману. Ладно, сейчас скидывать пора, походу. Сейчас ласты закончатся, мне нужно будут крылья. У меня 10 секунд еще увеличение. Супер, зависит. Идеально. Боря, не отъезжай, Боря, захильте. Сальва, божественно, всякую нужно сальву. Давайте Геру и сальву. Пул фаната. Тебе просто на 2 миллиона будет. Лучше сразу. Донеси Монрот. Ножка отнеси. Гуннера. Паш, прожимайся, Гуннер. Так отъехал. Ёбаный пинг, да, уже крылья, блять. Не помогли. Блять, ну не помогли, я не успел. Пашка, Гуннер, поднимите. Щит, надо же, он существует. И запы на макросы, смотрите. Так, что у нас с приорами? Я, конечно, понимаю, но такое. Гонор. Накидывай.
Протолут. Что по запястьям? Где все желающие? Мэй танк. Это нужно, Макрос не будет это брать за... Вот тебе ответ. Интересненько. По-моему, там Мурлок, да? Уже выкатил на четвертую печеньку. Что, пора ему КПшки подкинуть. У этого игрока нет места, вы понимаете, да? Значит, оно ему не надо. Мурлок, конечно, но у тебя нету места. Я пыталась. Накидываем по сразу. Так, все, от одного спинокрыза избавились, 4 печеньки. Так, кто там сегодня сбивает косты, как ебанутые. Дальше, так. О, что делаем? Монород пока дал ран. Сумоним Хамсея. Монг, товарищ, где шляется? 3 минуты пока что. Сколько? А тебе надо что-то вообще с соляра? Да, и соляры, и стели надо. Запуск. Надо, блядь. ГП ему надо за стаки с солярой. Вообще, по-моему, еще товарищу танки было что-то надо. Сейчас мы у него спросим. Ты представил-то там на мир? Может, я нет? Не-не-не, ты это там потеряешь. А еще мне надо фул ГП. На инстан, у тебя и будет фул, держу в курсе. Ну, если ему надо, скажи, заходит, что? Тас, я пока слетаю, пока вы там трожбете. Хорошо, слышите? Подождите секунду. У нас же он, по-моему, в прошлый раз нормально, там все таунты работали. Yeah. Ну все, тогда с Бори остаешься. Всяко с фанатом тогда на боссе. Ну, ссылки перекидывать? Да. Мы ставка меняемся или как? Сейчас я ему спрашиваю, что ему надо. Не кажется ли пора нерфить Афри? Слишком много, да, то есть? Ну, она еще не умирает, прикинь. Иногда. Кстати, я провтыкал. Мурлок умер на первом тигере или? Нет, он умер на втором. Лошара. Ну, я сказала, что стабильность. Жирлок, ты понимаешь, что тебе, блядь, дают ПС-ку под тигель, когда танки не набирают агроищ, а тупо меняют, и ты врываешься нахуй с ноги? Что-то нет. Дали ПС-ку, у тебя сразу плюс, блядь, 300%. Да, Око, ты дал ран, танка сумонится. Ай, так, что там дальше еще у нас по ДД? Так, Фарада пока дал ран и пиху сумони.
успех, одну секунду. Еще раз. Одну секунду. Угу. Так, Дашка тогда в Доваран. Тихо сумоним. Господин Монг, где чилит? Что-то мне подсказывает, что он съебался спать. Я так и поняла, значит, накидывай и все, как хоть. Так, что там Куки делает? Грустный и счастливый. Ну, я придумал топ-стратегию, короче, пихал время, а он хилит, и я только дольше. Нет, ты просто не хочешь это, если сбивать я от него. Хочу. Блять, нужен четвертый спек. Я бы хотела, чтобы Куки не сумонился. Было бы неплохо. Я слушаю. Кто в ГБ ковыряется? Бросьте это грязное занятие. Да я реги беру. Подожди, Тася, не сумонить еще. Ок. Паша, зачем тебе четвертый спек? Ты не плыл, Паша. Шипай холик. Холик с усилками в ХП. Да. Так как у меня Дестер специально под соляру. Холик с усилами, с усилками в ХП, холик с усилком, с усилками нормальными, ШП с усилками в ХП, ШП с усилками нормальными. Кому она называется? Еще хотелось бы, чтобы больше чем 6 ФПС было на ебаном роботе. Такого вообще не бывает. Дайте, пожалуйста, по мне сумму. Так, Полка, ты у нас на сбите. Держу в курсе. Можно кто-то за мини отойти и чаёк налить? Нет, ты прикован. Иди, конечно. Умоляю. Иди, конечно, можно. Естественно, можно. Да какие факты не пить? ГП, блядь. Пить будем. Коку обязательно ГП. Так, голосование показало, что Коку лутает ГП. Всегда. В смысле? Вот просто чека я сейчас ни одного стака не поймаю. Да при чем тут это? Как будто мы когда в ЦЛК голосовали, нам было не похуй, сколько ты стаков лутаешь. Таси не похуй вообще. Получается, ни одного стака не поймал на второй фазе, это ГП. Это ЕП. Это тоже ГП, если на второй фазе тоже ни одного стака. Не, на второй-то я ловлю нормально там. Первый стаки или клиф от босса? Стаки. Куртом у нас, по-моему, силки перебивают. Так, Куки присумонили. Тенка, блядь. Я помню, какой-то ретрик три раза подряд поймал крик от босса. Кого-то еще хочу сумануть. По-моему, Гуннер. Сейчас я орал с ним. Через 30 секунд. Так, господа, ну что? Все тут, а поехали трэш. Проснулись, поехали трэш. А там... Сагучиком.
Точно. Там Боря на еврея. Говорит, срочно сможем лучше. Срочно воронки на сумку. Да, рассказывай мне. Так-то нормально. Чё такое? Ну, это я просто Пашку прошу, чтобы он мне скинул, что там с корнем вышло. Лям 700 на абсорбил корень. У меня ж корень не прописан, рекаунт, я не могу посмотреть. Вот полученная манна что-то меня огорчает, блядь. Ты был не пати с хилами, что ты хотел? Ну, хотя бы один ёбаный инер за бой, там, два инера. Я в тебя кидал, и... ты чё, ухуел? Это была разовая акция. Ну, так ну, один так... раз хэпал, один раз, типа, сори, больше не было. Нормально, один инер у тебя. Ты на самообеспечение, считай. Боря, лови. Это была живая бомба. Это Боря словил. В следующий раз просто буду хилить все, я и потом орать, дайте инер, как пихали бы делать. ВДК не будет. Товарищи хилы. Так где там трупик? Лол, я не знаю, там гаджеты пошли, ребята, мы тогда еще не доходили, не видели. На этом, на форуме тишина, там еще никто не был, никто ничего не видел. Скорее всего, поправим, посмотрим. Боря, эта спишка никому не друг. А кто у нас в ДД будет, Саня? А, да, Макрос будет в ДД, кстати. Может его... Кстати, сразу она там станут на босса. Ты на одном аде. Гондор на втором, Мордок будет забирать на себя все, что переродится. Потому что там он-то работает. Они поотдыхают в ДД.
патруль дождемся? Угу. Нет, не дождемся. Так надо было отдать Дада и Потань. Чего? Думаешь, танканет? Хотя танканет. Ты видел, как он вчера ночью грула танчил. После 4 вайпов, блять, на груле обычки с пубами. Саня тоже может Сукубик рассказать, как я одеваешь щит и похуй. Господа, страшный моб идет. Очень страшный. Ловим, давайте его быстрее. Контроля не забываем. Контроль. Может, атмосфер какой-нибудь дать. Сань, давай не будем их сводить. Чтоб он МТ не подкидывал и провидец случайно не заявил, как в прошлый раз. Тукнул талию. Сейчас бы не, конечно, тукнуть талию. Он подошел, ладно, поединочек и не пошел. Может, давай я пока включу, а то... Зачем? А что вот это вот... Анна Матара, блядь, фу, но... Знаешь, ничего не понятно. Давай переводчик, словарик. Да, я еще каркать не начала, между прочим. Даже не знаю, кто убил Таю. Блять, это просто диверсия. Врывающаяся сова и пиха, дающая этой сове геру. За это их отпизди. Атмосферка. Сука. Это быстрее даст атмосферка. Это облетит шупа. У меня он в КД такой, так что... Чисто диверсанты, блин, на пиках и на совах. Подымайте. И Мурлок диверсант, смотри, что творит. Предлагаю поставить купол. Думаешь? Уверен.
Так, сейчас вас раскину, во-первых, по партиям. Ой, бля, сколько у нас людей много, как мне вас раскинуть? Поименно просто раздели их, чтобы в метку пошли, и все. Проблема. И если можно, ко мне в пати не циклопов. Нет. Так, метки друг от друга отошли, вот у нас не хватает. Бля, Векса нихуя не видно. Ладно, на этом будет видно, я надеюсь. Так, господа. Милишники все в одной куче. К трусам выходит полка, суккубик, сильва. Подойти к метке. Крайне признательна. Вижу только сильву. Полка, суккубик, ко мне. Сразу я следую рядом с тобой. Ну вот, все. Полка. Так, шикарно. К дерби уходит тотем. Финмас. Куки. Да, тотем, Финмас, Куки. К Вексу уходит Мурлок. Смиренная и акнология туда выбегает. Разойдите сразу. Куда выбегает? К Вексу. Все посмотрели свои метки. Лер, ты к Вексу. Ромбик. Не видно Векса? Фиолетовый на фиолетовом полу. Так, Векс, что я тебе могу предложить? Звезду. Вот так лучше видно. Я надеюсь, все остальные запомнили, кто где стоит. Так, как кто там у меня? Каша, Финмас, ты услышал с кем-то? Ты машь рукой. Напиши ему, пожалуйста. А то мало ли. Так, рыбку кушаем. Я надеюсь, все запомнили свои метки. Это раз, два, хилы, распределитесь. Кто там первую? У нас, кстати, Лера тоже через сокру будет. И Ма сразу распределяйте. Рыбка стоит, кушаем рыбку. Давай, пих полетел. Сейчас просумоним. Тыкните сразу. Так, Пашка, Гуннер, даю ассиста. Тотем развлекается с Гуннером, про диспал не забываем. Полка, ты развлекаешься с лопатой.
Господа тоненькие, РДД предположительно сопрот. Пиху с уманином.